Добрый день, уважаемые читинцы. Я Сухинина Марина, кандидат по 14 округу, Баргузинский, председатель фракции «Зеленая Россия» партии «Яблоко» в Забайкальском крае. Это моя третья попытка пойти в городскую думу. Мне это нужно для того, чтобы исполнить свою мечту. А мечты у меня такие. Чтобы здоровая окружающая среда была первоочередной задачей для всех уровней власти. Чтобы наша власть была глубоко духовной и мудрой. Мечтаю, чтобы наш город был самым красивым, зеленым, с парками, фонтанами и красивыми газонами. Мечтаю, чтобы озеленением в городе занимались грамотные специалисты и ландшафтные дизайнеры. Мечтаю восстановить парк Дома офицеров в его прежнем облике, где было 300 видов растений. Мечтаю, чтобы всеми любимая площадь декабристов была цветущим садом с красивыми дорожками, скамейками, городской скульптурой и фонтанами. Мечтаю, чтобы в городе не уродовали деревья и кустарники. Мечтаю о большом зоопарке в лесной зоне, где животным живется просторно и комфортно. Мечтаю о питомнике для бездомных животных с любящими грамотными специалистами. Еще мечтаю убрать рекламу с газонов, чтобы дворы не были каменными мешками, а были зелеными и красивыми. Хочу, чтобы немедленно начали работу по восстановлению церкви в селе Калинино Нерчинского района по проекту Кулеша Виктора Ивановича. Еще мечтаю, чтобы депутаты любили своих избирателей не только во время выборов, но и все время после выборов в городскую думу. Если наши желания и мечты с вами совпадают, значит, я ваш человек. Желаю вам гармонии во всем, здоровой окружающей среды, а значит, здоровья, богатства духовного и материального. Всего вам доброго. Голосуйте сердцем. Спасибо.